21 июня представители одной из самых уважаемых и почетных профессий отметят свой профессиональный праздник – День медика. Профессия медицинского работника в обществе на особом счету, ведь спасение людей для них – это ежедневная тяжелая работа. Надежда Литкова о тех, кто ежедневно и даже ежеминутно приходит на помощь для тех, к тем, кто в ней нуждается. История окружного здравоохранения началась вместе с историей Ненецкого национального округа в 1929 году, когда был создан Окрздравотдел. Сегодня в системе здравоохранения региона работают 23 учреждения и 1700 человек. День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В актовом зале городской администрации поздравили и наградили сотрудников Ненецкой окружной больницы. Спасибо всем ветеранам здравоохранения, всем врачам, медицинским сестрам, младшему медицинскому персоналу, всем тем, кто считает этот праздник, День медицинского работника, своим профессиональным праздником. Спасибо за ваш самоотверженный труд. Профессия медицинского работника требует огромных душевных и физических затрат. Ведь здоровье пациентов зависит не только от умений специалиста, но и от внимательного отношения. Лучших сотрудников чествовали и в поликлинике Заполярного района. Одно из главных достижений учреждения – передвижной медицинский отряд. Врачи совмещают работу в поликлинике с частыми поездками в населенные пункты округа. Сказать, что кто-то отличился или кто-то лучше работает, кто-то хуже работает. У нас очень хороший коллектив. У нас все сотрудники подобрался такой вот дружный коллектив. Они все болеют за общее дело, и каждому хочется сказать спасибо. Каждый на своем месте, и каждый у нас старается сохранить здоровье другим. В медицинских учреждениях поощрять лучших работников накануне профессионального праздника – добрая традиция. Однако многих из них увидеть на торжественных мероприятиях невозможно. Идет прием пациентов. Такова специфика профессии. Надежда Литкова, Роман Делимарский, Антон Водряков, телеканал «Север».